Свой обеденный перерыв это трио предпочитает проводить в импровизированной мастерской. Как только выдается свободная минута, Екатерина Бабахина, Регина Мамаева и Сергей Смирнов берутся за рукоделие. Из природных материалов мастерят необычные елочки. Честно говоря, просто руками делать что-либо красивое, нам это нравится. Для Регины Мамаевой возможность повыжигать отдушина, своеобразный релакс, кропотливая работа девушки по душе. Необычное хобби пришлось как нельзя кстати. Авторская роспись – главное украшение, основание сувенира. Сергей Смирнов для изготовления елочки изобрел уникальный станок. Только на нем срезы получаются ровными, без зазубрин. Материал выбирает кропотливо. В дело идут веточки клена, березы и дуба. У каждого дерева своя текстура, свой цвет древесины. Нужно делать срезы на елочку из разных пород деревьев, чтобы елочка получилась красивой, разноцветной. Идея создать необычный сувенир принадлежала руководству лесхоза. Мне захотелось, чтобы что-то такое вот придумать наподобие визитной карточки Ореховзуевского филиала, и чтобы нам в этом последующем помогали дети. И чтобы они брали природный материал и из него что-то мастерили. Но прежде чем детей научить этому, мы должны сами что-то были придумать свое. Задумка удалась. Подделки хендмейд – товар штучный, уникальный. Получить его можно только за особые заслуги. Но нам повезло. Вот и мы стали обладателями необычной подделки, сделанной руками наших лесничих.